Молодым. Он такой его славный, сразу я дружила с ним. Сколько ловкости и силы, сколько смелости на вид. Но о чем бы ни спросила, все он точно говорит. С фронта точно, нынче в отпуск точно. Как он рассказывал про личные дела. Летчик точно, много сил точно. Очень интересная у нас беседа шла. Мы весь день не расставались, мы сидели на песке. Мы на лодочке катались по родной Москва-реке. Я ждала другого слова, но мой славный паренек, кроме точно мне другого ничего сказать не мог. Вася, точно, хорошо вам, точно, парк закрывается, пора идти домой. Завтра, точно, ровно после, точно. Молча прощается, вздыхает парень мой. А в конце второй недели чуть не вышел вдруг скандал. Снова в парке мы сидели, он все тоже повторял. И сказала я нарочно, если ты имей в виду, мне еще раз скажешь точно, я немедленно уйду. Понял? Будешь умным. Долго смотрела я в любимые глаза. Любишь? Это точно? Точно. Ну, наконец-то он все прямо мне сказал.